Здравствуйте! Каждый день к стоматологу обращаются сотни людей с различными проблемами полости рта для профилактики, лечения или просто чтобы выглядеть лучше. Среди них немало больных инфицированных, больных с различными хроническими заболеваниями, нарушенными функциями организма, да и просто пожилых людей или беременных. Начиная лечить зубы, диабетика или астматика, насколько правильно мы подходим к организму в целом? Цель нашей лекции состоит в охвате массы таких проблемных состояний, при которых врач должен проконтролировать, осмыслить и в дальнейшем модифицировать план своего стоматологического лечения. Правильный и подробный сбор предшествующей медицинской истории больного перед тем, как начать работу по основной проблеме, является очень важным аспектом. Алгоритм сбора анамнеза и последующие шаги введения проблемы в больных является одной из важных частей нашей лекции. Как и любой другой врач, стоматолог должен быть хорошо осведомлен о взаимодействии тех или иных назначаемых лекарственных средств. Во время лекции мы осветим серьезные моменты, на которые нельзя закрывать глаза. Приглашая вас на лекцию «Особенности подхода стоматолога к пациентам с различными состояниями организма», я хочу вам помочь планировать и осуществить лечение зубов таким образом, чтобы избежать или свести к минимуму все шансы нежелательных осложнений.